Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня мы продолжаем с вами играть в игру, которая называется House Builder, где мы строим разные дома в разных концах света, и спешу вам сообщить, что игра наконец-то вышла из раннего доступа, и теперь она считается полноценной, тут творческий режим добавили, но мы туда не будем идти, нам нужно с вами строить места, где, о, смотрите, нам сразу открылся новый дом, африканская хижина, а давайте-ка ее и построим, почему бы нет. Да, смотрите, будем сегодня, значит, африканскую хижину строить. Интересно, так, мастерок, что нам написано? Используется для нанесения и распределения строительного раствора во время кладки стен, кладочных работ и нанесения раствора во время ручного оштукатуривания. Да, этой штукой мы явно будем пользоваться, но, блин, интересно будет посмотреть, какое же мы строение построим в Африке. Ждем загрузочки и начинаем. Итак, африканская земля диких львов, зебр, жирафов и многих других животных, страна многих традиций и верований. Узнайте больше о живописной стране и ее происхождении, построив традиционную африканскую хижину. Удачи вам! Спасибо. Так, нифига себе, так. Ё-моё, мы чё, вот этим будем? Так, нам, видимо, надо деревьев наколоть тут. Хорошо, давайте колоть древесину, добывать. Так, забираем. А, надо нам, видимо, много. Забор у нас... где наша кололка? Чуть она у нас убралась. Так, древесины нам явно будет нужно много. Не знаю пока сколько, но на забор явно... пригодится очень много. Так, вот такие большие мы не можем колоть. Хорошо, мы пока, значит, сделаем вот такие простенькие деревца. И камни еще нужно будет. Хорошо, камни тоже сейчас соберем. Подождите, нам сначала с древесиной надо разобраться. Так. Так, собрали. Че нам? О, кирка. Кирка. Идите в указанное место и разбивайте камни, которые выглядят так, как показывает стрелка. Используйте топор. Где моя кирка? А, мне типа... Так, разбейте камни, похожие на этот. Вот эти, да, мне надо? Нифига-то, вот такие кубы мы будем носить? Блин, это что, по одному кубу? Так, это у нас, видимо, костровище будет. Хорошо. Значит, сейчас сначала сделаем костровище. Где моя кирка? Сразу заготовим. Ага. Так, а сколько нам нужно-то? Я не помню. Так, давайте сейчас положим 3 камушка. Так. И нам еще 4 нужно будет. Замечательно. В принципе, без всяких проблем мы сейчас... 4 камушка наберем. Тут, вот, смотрите, сразу прям нормально. Так, где? Отлично. Добываем камушки. Все. Так, подождите. Ё-моё, я нашел сокровище. Золотую вазу. Круто. Круто. Прям сразу склада, можно сказать, начали. Все, отлично. Это мы построили. Отличная работа. Подготовьте мастерок к предстоящему африканскому фестивалю. Так, дерево у меня есть. Так, где мое дерево? Алло. Так. Все, костер у нас готов. Дальше. Теперь нам надо забор тут построить, да? А мне прокачку-то будут давать, или я так и буду еле-еле строить? Так, у меня... ну у меня деревяшек вроде должно хватить даже на все. Эй, в смысле кончились? Реально? Так быстро? Что-то я не ожидал. Так, а где у нас еще такие деревья? Окей, погнали еще рубить. Нам нужно до хрена древеси... Че, так мало? Так мало прям получилось? Ладно, окей. Походу, нам придется с вами тут срубить вот все вот эти
деревяшечки, которые растут деревьями, это трудно назвать. Ну, да ладно, будем довольствоваться тем, что есть. Тут уж ничего не поделаешь. Так, так, так. Явно в Африке мы ничего купить не сможем. Кстати, тут, наверное, тоже где-нибудь запрятаны какие-нибудь сокровища. Хотя, мне кажется, хрен бы там. Просто так мы тут не найдем лишнее сокровище. Это надо либо копать тут, либо прям что-то должно произойти такое, какая-то удача. И тогда мы сможем, наверное, с вами найти еще сокровище. И я не помню, тут отмечается, сколько еще их осталось или нет. Так, ну, наверное, пока хватит. Давайте еще последнее деревце возьмем. И погнали. Так, плохой материал, да? Ясно, что плохой. Так, так, так. Заборчик мы сейчас построим. Так, нормально, смотрите. Загончик такой, блин, ну, конечно, это очень кринжово выглядит. Но ничего не поделаешь. Так, а досок у меня что-то прям... Слушайте, все равно не хватает, все равно мало, блин. Как-то. Это пипец. Это опять сейчас надо идти рубить. А не хватает прям совсем чуть-чуть. А нет, блин. Одной доски гребаной не хватило. Одной гребаной доски. Где мой топорик? Так, взяли. Замечательно, блин, на 4% всего построили. Так, отличная работа. Дальше что нам говорят? А, надо все связать веревкой. Вообще без проблем. Вот так вот. Короче, какими-то лианами, я не знаю, из чего сделаны вот эти вот фиговины. Но мы вот так все скручиваем, чтобы у нас ничего не развалилось. Африканское бунгало, прикольно. Интересно, как оно будет по итогу выглядеть. Вот так все скручиваем, скручиваем, скручиваем. Так, отлично, отлично. Смотрите, мы прям в хорошем темпе движемся. Так, и теперь с этой стороны, да? Блин. Много, конечно, связывать. Жалко, что мы одним махом не можем это сделать. Было бы намного удобнее. Так, так, так. Отличненько. Вот так вот, смотрите. Хороший темп взяли, и сейчас у нас будет крутой забор. Ну, конечно, блин, крутым его назвать тяжко, но хотя бы какой-то. Все-таки мы хотя бы оградим свою территорию, чтобы люди знали, что тут частное владение. Во, так, что-то нам нужно. Так, вам нужна высокая сухая трава, идите в указанное место, чтобы собрать ее. Высокая, ага, все-таки у нас не пустой забор будет. Так. Так. Собираем, собираем, собираем. В смысле? Так. Короче, надо выдергивать. Вот так. О, я еще сокровище нашел. Еще. Так, соберите траву. Так, я нашел сокровище уже, ништяк. Так, травы мне много надо будет. Наверное, по-хорошему нужно будет тут всю ее выдернуть, повыдергивать. Так, собираем, собираем. Блин, там на забор-то до хрена надо. Главное, чтоб у нас потом... Так, а вот это я не могу. Это какой-то другой сорт растений. То есть тут еще не все можно, оказывается, вырывать. Видите, вот такую нельзя. То есть какую-то только темненькую, видимо, которая созрела уже. Ну, прикольно, что мы нашли с вами два клада. Так, давайте вот отсюда, наверное, начнем. А то что-то мы вглубь прям пошли. Тик, тик. Тик. Блин, а сколько нам надо-то ее? Может, пока хватит? А то мы сейчас всю траву, блин, соберем. А потом... Так, ну, давайте вот так застилать забор.
Так. Так, так, блин. Смотрите, шикарный забор получается. А что у нас тут? Калитка какая-то будет или что? Так. Я надеюсь, мне сейчас хватит. Да, зашибись, мне хватило. Здорово. Так, и что дальше-то? Дальше мне, блин, надо сюда кирпичей. А сюда мне надо до хрена кирпичей. Ну, благо у нас вот тут они прям есть. Под рукой, можно сказать. Блин, а что-то с некоторых прям вообще мало падает. Так, давайте посмотрим хотя бы эти кирпичи-то. Да, это эти кирпичи. Но нам еще их надо много. Так, один. Давайте, блин, ну тут до хрена. Тут даже считать пока смысла нету. Просто надо тупо много их набрать. Так, а еще, блин, не все, смотрите. Не все у нас камушки хотят колоться. Блин, колодец есть. А это что такое? Так, камушки и... Нахрена мне это делать? А, это размягчать. Это глину, короче, надо будет мазать, походу. Я понял, в чем прикол. Все. Это у нас глина. Надо будет, короче, ее размягчать. И промазывать стены. Все. С этим понятно, блин. А почему не все камни-то у меня хотят разбиваться? Как бы мне их нужно овер до хрена. А их тут что-то прям очень мало. Где мне еще камни искать? Куда-то вот сюда бежать, что ли? Да нет. Блин, тут особо камней-то нет. Хотя вот тут еще есть немножечко прям. Давайте тогда его тут подсобираем. Блин, очень-очень мало. У нас пока только 14 камней. А надо нам штук 18-20. Так, ну давайте вот эти еще два камня соберем с вами. И посмотрим, может быть... Вполне будет достаточно. Все, бежим наши камушки ставить. Ну, 14% мы уже достроили тут. Так, 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 так. Да, смотрите, блин, походу хватает. Блин, одного камня опять не хватило. Да что ж это такое-то? Где мы? Давайте вот тут вот добудем. Вот так и знал. Блин, а походу нам сейчас скажут еще второй уровень. Надо выстраивать. Нет? Отличная работа. Так, а тут-то что мне нужно? А чем мне надо укладывать? Плохой материал, камень не подходит. А, это что такое? Ага. И... То есть мне надо за песком хреначить? Рили? Так, используйте лопату, чтобы собрать песок. Окей. Так. Поднимите деревянную миску с песком и бросьте ее туда, куда указывает стрелка. Короче, надо засыпать. А как мне бросить? Ага, все. Дальше что? Сбросьте ее туда, куда указывает стрелки. А, типа мне еще надо? Сколько же мне песка-то надо намутить? Ладно, без проблем. Сейчас песочка мы намутим. И? Во, насыпали. Так, еще надо. По-моему, всего одну горку осталось нам. Так, о. Прям у нас попалась. Отлично, горка песка. Все под рукой, блин, в этой Африке. Прикольно. Нет, еще не все. Блин, сколько ж тут надо насыпать-то, блин, несколько тонн, что ли? Вручную, конечно, песок переносить еще то удовольствие. Да блин, а... Так, теперь палки нам нужны, отлично. Палки у нас есть. Ага. Есть, но очень мало. Так, блин, опять надо деревья рубить.
У нас деревьев-то тут почти не осталось. Это все очень круто, как бы. Но деревья-то скоро закончатся. И что нам делать? Хотя нет, вдалеке я смотрю, как бы еще достаточно много. Так, мы еще прутики можем вот эти собирать. Прутики, кстати, нам, походу, будут тоже нужны. Давайте их тогда тоже все похватаем. Скорее всего, если их тут можно собирать, значит, они для чего-то нужны. Окей. Так, камни. Смотрите, еще камни тут появились. Так, сокровищ тут нигде нету, никаких не валяется. Что-то больше ничего не видно. Так, ну, нам нужна древесина. Блин, это не подходит. Ладно, собираем тут. Тынь-тынь-тынь. Так, во. Так, дощечки есть. Прутиков нету. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Все. Нифига. Блин, как-то мало всего. Во, еще прутики. Явно нам потом нужно будет бегать за этими прутиками. А я этого не хочу делать, поэтому собираем все максимально эффективно. Все, что попадается под руки, такое полезное. Будем собирать. Блин, а сколько нам древесины надо? Хрен его знает. По-хорошему лучше набрать с запасом. Тынь-тынь-тынь-тынь. Блин, нам по-любому еще опять трава будет нужна, потому что нам нужно будет же стенки сделать у нашего дома. Так. Блин, а тут деревьев что-то прям много стало. Хотя... Не факт, что это можно считать много. Может быть, нам, скорее всего, не хватит. Так, 42 доски мы пока набрали. Точнее, уже 48. Давайте полтинчик возьмем. На всякий случай. И на этом пока остановимся. 51 у нас дощечка есть. Вот так вот, все. Бежим. И будем начинать строить стенки. Сюда, сюда. Блин, нам же еще крышу. Да, но под крышу тоже нужно будет и трава, и все прочее. Так, все, дальше. Здорово. Так, чего? Камушки? Так, возьмите глину руками, отнесите ее в район колодца. Эк, ну. Так, поместите сюда глиняный камень. Так, вы используете грязь, чтобы улучшить свою хижину. И... Ага, так, плохой материал. Нифига он неплохой. Так. Так, размывается. Отлично, взяли. Ну. Так, есть. И еще, еще. А сколько же сюда нужно-то? Блин, нам без проблем вот этим всем заниматься. Так, размягчили, положили, так. Так, еще, и еще дощечки. Вот, не зря я все-таки собирал их много. Тут у нас еще какой-то внутренний круг получается, да? Так, хорошая работа. Дальше что? Теперь сверху. Блин, не. Все-таки... Все равно может не хватить дощечек нам, потому что, блин, еще целую крышу надо собирать. Так, фантастически. Ага, так, ну вот с этим проще. Так, стягиваем. Я не знаю, из чего эти жгуты сделаны. Скорее всего, может быть, из какой-то кожи, либо из каких-то растений. В Африке, я думаю, веревок-то особо и нету. Просто им не из чего их делать. Так, смотрите, все шикарненько у нас. Вот так вот, вот так вот. Замечательно просто. Шикардос. Почти закончили. Осталось отлично. О, вот и прутики. Как я и говорил. До хрена их нужно. И они пипец как быстро уходят. И мне их ясный хрен не хватит. Блин, осталось чуть-чуть.
Давайте побегаем тогда, поищем эти гребаные прутики. Прутики. Так. Не особо тут их много-то раскидано. Ну, хотя, если так вот приглядеться, тут нет, тут их достаточно много. Но мне кажется, сейчас мы поставим эти прутики, и нам скажут, нужно еще. Так, ну-ка. Потрясающе. Дальше что теперь? Возьмите глину. Так, я понял, нам надо теперь опять глину хреначить. Эй, ку... Нифига себе у меня сил. Вы видели, куда я глину метнул? Я, конечно, понимаю, что я силен. Но, блин, это что-то очень круто. Так. Так, ого, господи. Это будет надолго. Это, короче, очень много глины надо. На каждую вот так вот стену. По одному куску выходит, да? Так, где у нас тут еще глина? Давайте. Сюда. Сейчас сразу принесем. Сюда. Эту тащим вот сюда. Вот так вот прям быстренько. Так, смотрим, где у нас еще есть куски глины. Блин, а я в колодец, интересно, могу упасть? Лучше мы не будем это проверять. Погнали тогда вот тут собирать. Блин, жалко, что я их не могу все, блин, набрать себе. Очень большие куски. Так, блин, сколько там надо еще? Давайте посчитаем. Раз, два, три... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, короче, 10 штук примерно еще нужно. Окей, так, второй. Блин, тут еще такая музыка африканская играет. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Она с одной стороны прикольная, а с другой начинает уши резать. Так, третий. Быстренько. Нам хотя бы, блин... Основное все сделать. Тик. Четвертый. Так, давайте схватим. Сразу расставлять будем. Чтобы тут у нас не копилось. И будет более-менее понятно, сколько еще осталось нам. Так, это что такое? Да это я все видел, блин. Я в этот, что ли, в значок врезался. Да. Куда еще кусок глины делся? Опять улетел куда-то. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Еще девять. Хотя мне показывают, что восемь еще нужно. Окей, сейчас сделаем восемь без проблем. Так, раз. Хватаем. Несем. Два. Блин, а тут закончились запасы. Это надо теперь куда-то, блин, в другую сторону бегать. Три. Вот сюда тогда будем бегать. Ё-моё, далеко. Очень далеко приходится за каждой фиговиной носиться. Ну, хотя бы глины тут до хрена. Так, давайте сразу прилеплять. Фига еще таким... Толстым слоем мы укладываем. Блин, нам тут по-хорошему глины бы хватило, блин, на две такие постройки. Но, блин, она же не размоется. Ни, нахрена столько, если тут, блин, как бы и дождей-то нету в Африке. Если и бывают, то они очень редко. Так, еще 4 куска нам нужно. Окей. О, нашел кусочек, который у нас улетел. Так, еще 3. Окей, 3 мы сейчас быстренько сделаем. Тут у нас вроде 3 куска есть глины. Замечательно. Бежим сразу размачивать их. Так, 1 есть. Дальше. Вот этот хватаем. С какого хрена мы вообще приехали тут бунгало строить в Африку? А смотрите, там-то вон бунгало вдалеке есть. Значит, это либо мы уже строили, либо это, может быть, сами местные папуасы, или как их там называть. Может, они это сами уже сделали. Так, окей, давайте последнюю пропихнем. У нас
две полоски осталось. Так, вот сюда одну. И... Да хватай ты, блин. И вот сюда. Все. Отлично. Только не говорите, что сверху еще нужно будет. Так, а тут у нас опять палки, да? Палки построили. Поздравляем. Дальше что? Ага, тут скрутить надо. Ё-моё, и опять кучу палок нужно. Которые у меня, блин, опять закончились. Так, мне нужно 6 палок. 6 палок. В принципе, 6 палок сейчас без проблем мы нарубим. Это не так уж много. Так, во. Вот он сразу весь комплект и есть. Даже 9 мы взяли. И, скорее всего, после палок нам нужны будут листья. Нам же надо будет крышу укрыть. Отличная работа. Вот, все, теперь надо это связать. А, еще палки, да? Зашибись. 15 нам нужно их. Точнее, 13 еще. А что это мы такое строим? А, это второй каркас. Все, 13 палок. Без проблем. 13 палок собрать тут как нехрен делать. Вроде деревяшек тут еще полно. Безжизненных, которые реально можно спокойно рубить. На них даже листьев нет. Так, 15 из 13 взяли. Значит, нам сейчас должно хватить. Ну, давайте. Тинг-тинг-тинг-тинг. Быстренько-быстренько-быстренько. Замечательно, замечательно, замечательно. Все, есть каркас. Так, ага, теперь все связать еще надо, блин. Ладно. Хорошо, хоть мы, блин, не муторно это делаем, как раньше у нас с гвоздями приходилось делать. Залазить самому еще, блин, стремянки ставить. Но тут, блин, стремянки-то хрен где возьмешь. В Африке. Так, и что нам нужно? 19 кустов, у нас только 2. Так, высокая трава. Я понял, что высокая. Собирайте траву. Да понял я, что нужно собирать траву. 19 кустов, охренеть, это очень много. Это очень много. Так, вот это могу. Ладно, я думаю, мы сейчас быстренько, кстати, с травой разберемся. Главное, чтобы ее тут поблизости хватило. А то не хочется бежать далеко за ней. Так, 10 нам еще... Да, нам тут должно хватить травы. Вполне. Если, конечно, еще что-то дополнительно не придется собирать. Да у нас, в принципе, бунгало-то, смотрите, готово на 85%. Нам осталось хрен да ни хрена. Мы почти закончили его строить. Не так уж и долго вышло. Так, ну что, 21 зелень мы собрали, и можно начинать укладывать. Тинк. Вот так, сейчас по кругу прям проходимся. Эть, а что это мне? Я не везде тут еще протиснуться могу, да? Так, все. Отличная работа. Так, 10% нам осталось. А тут что нам нужно? Это что такое? Построить. Плохой материал. Расположите камень по схеме. Так, а какой камень? Такой подойдет? Да? Все? Фантастически. Так, и, блин, 3 деревяшки. Ай, блин, одной деревяшки гребаной не хватает. 95% осталось. Все, ребята, мы на финишной прямой. Так, соберу все, что упало. Все, нам осталось только сделать костровище. И дом у нас готов. Ну, да что такое? Все, дом построен. 27 минут у нас заняло. И, да, на все звезды. Все, достаточно круто. Так, продолжить. Вот такой вот у нас домик получился. Так что мы сегодня очень хорошо справились. Так, это получается так. Это что такое? Глинобитный дом. По-моему, мы строили. Так, вот тут у нас засчитано. Так, посетить уровень.
Давайте просто перейдем туда, чтобы я сделал красивенький скриншот на заставочку. И еще раз посмотрим все со стороны, как оно выглядит. Мы, в принципе, справились, мне кажется, очень быстро, 27 минут на целую постройку. Так, и давайте посмотрим. Во-первых, нам нужно, наверное, убрать... Ух ты, это подсказки у нас тут. Во, на какую-то кнопку. Вот такой вот у нас бунгало. Достаточно, я бы сказал, шикарненько сделано. Заборчик. Колодец. Блин, колодец бы можно было починить. Хотя вот так, наверное, проще воду набирать. Вода там, конечно, не особо хорошего цвета. В общем, вот такой вот у нас бунгало получилось африканское. И на этом мы сегодня заканчиваем с вами, ребят. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком, напишите какой-нибудь комментарий, это помогает каналу развиваться, немножечко больше просмотров набирать. С вами был Пип, до скорых встреч, увидимся, пока.